днем, друзья, и вы на канале расслабляйтесь. Когда-нибудь у нас появится. Больше мемов, чем реакция. Не, в целом можем посмотреть военный прокурорный роман. Всем аньон, друзья, и вы на канале расслабляющей команды Just Relax, и с вами ее участники Секси Алина, не Секси, Феликс, не знаю, Нана, но я пока не решила, кем я хочу быть. И сегодня мы не просто собрались, а для чего мы собрались? Расскажите, пожалуйста, для чего вы собрались? Я принимаю ваш вызов, репортер Алина. Сегодня, меня слышно? Сегодня мы собираемся снимать реакцию на Stray Kids, эти самые известные звезды в данный момент. У них вышел новый клип S-Class. Что скажете вы, Феликс? Я уже смотрела этот клип. Ладно, шучу, не смотрела. Думаю, как обычно, они будут на высоте. Как мы не говорили ранее, JYP отличается своим умением хорошо монтировать видеоряд, имеет много денег на аппаратурное оснащение. И я не знаю, почему. Короче, все. Это наша ульт-группа. Ну так. По нам незаметно. Понятно, да. Да, если вы не поняли, то мы очень любим эту группу. Честно. Интересно, тонины смотрят, у меня уши горят. Возможно, где-то там стрейкисы недовольны нашим реакцией на этот клип. А-ой. Манчан, признавайся, ты смотришь наш канал или нет? На каком это основании? Я сказала, такое учение. В общем, перед началом реакции, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, сделайте красную кнопочку серой, поставьте лайки. Если вам не понравится наша реакция, вы можете написать об этом в комментариях. В целом, вы можете поставить дизлайки. Дизлайки нам все равно, главное, ставьте что-нибудь. Обратная связь очень важна для нас. Да, очень важна для нас. Потом расскажите, хотите ли вы еще реакции от нас на какой-нибудь, ну, может, еще клип, может, какой-то неизвестной группы или очень известной группы. А мы начинаем. Клуб. И вот эта штучка. Как во влогах. The New York City Beach. О май гад. Это что за? 여기서 특별시 손발은 기초결이를 켰지 가껴진 별들 쌓여 오는 특별 Это лошадь. Это стоп-кадр, вот Лена, что здесь происходит? Я не понимаю. Там я вижу торт. Я вижу чувака из Бухенгемского двора на лошади. А, да. А это похоже что-то, не знаю, либо ханбок, либо я не понимаю, что это. Как, короче, здесь соединились несколько типа стран. Времени, типа Париж, у них же там членовские звезды. Да. Это типа национальная корейская, да, или возможно, в целом азиатская. И этот, как это называется? Великобританский, короче, вот этот вот остров. Вот. А синие огонечки, это как это было, да, отсылка... Бэкдор? Нет. Это не Бэкдор? Нет, это было... Сандер, как там? Там были синие огонечки. Я почти. Что за розы? О, господи, этот розовый цвет. Так, ну что, мы продолжаем. Let's go. Ой, это похоже на банк. Да, они похоже на банк. Они опять ограбили кого-то. А где персиковые волосы? Не успела видеть вообще. У нас не будет слышно. Когда мы смотрели,
Но они выложили тренд раньше. Пика-пончо! Пика-пончо! Ох, нулевые, да-да, и вообще. Ой, это кикопуское движение. Бля, вот это мандаж. Блин, вот это что за мультивселенная? Это что, тачка? Они... Сейчас она бац или что? Они это, они тоже шиномонтажку свои, ребят, открыли. Где нет, ну это уже косплей на нас. Так, подождите. Это что? Подождите, знаете, был фильм с Энн Хэтуэй, где она управляла монстром. А, я монстр. Он просто появлялся, и она, короче, такая, типа, смотрите, что он делает. Мне нравится, как он игнорирует. Просто там, знаете, что-то происходит. Блин, ну это очень похоже на тот фильм, типа, он двигается и щупается за ними. Прикольно. Интересно. Какой стоп-кадр? Ну да, стоп-кадр, который надо было реально записывать. Уже поздно. Поздно. Я бы сказала, что хорошая идея приходит как бы слишком поздно, но она пришла слишком рано. Так, 3-2 раз. О май, это опять косплей на нас. Пончо, Мика, Пончо, Мика, Пончик. Пончик? Пончик. Ну, Пончик. Ну, Пончо это, наверное, одежда. Так, они опять шиномонтажники. Давай. Тачка упала. Мы предсказатели, получается. Ну, хоть не на них, ладно. Можно мне? Летите ко мне, деньги. Вау. Вау. Блин, как они классно снимают. Как его, Майк Вазовский. Да. Что у них? Блин. Кофта классная. Ага. Да. Тихо. Богач. А это как бомжара. Нет, у него шапка уже. Этот шапку, он это кавказец. Это раньше был Джисон Кавказ. Бля. Кавказец ушел вправо. Это, блядь, просто я мадам. У меня, по-моему, у бабушки была или у дедушки такая шапка. Меховые, это, да. Ну да, вот эти меховые, песцовые, какие там были когда-то. Мода возвращается. Боже, какие мы старые. Ой, ё-моё. Это, казалось, было недавно. О май гад. Охренеть просто. Мика Пончо, Мика Пончо. Мика Пончо, Мика Пончо. И ушли в закат. Я очень красивый. Будет продолжать? Нет. Так, ну возможно сейчас сцена после титров. Так, ну Marvel почти Marvel. Stray Kids everywhere all around the world. You can stay. Нет. You can stay. You can stay together. Ну что, ваши впечатления о клипе? Он офигенно смонтирован. Это прям фильм какой-то, я не знаю, столько спецэффектов. И они грамотно, во-первых, сняты, во-вторых, очень качественно сняты. Ну, это, в принципе, то, что всегда... Отличало GYP, да, наверное. Да, наверное, да. Но они прям хорошо умеют это делать. Ох уж эти летающие стоп-кадры, когда на фоне там начинают какой-то беспредел. Это такой, что у вас происходит? Спасибо, что посмотрели эту реакцию. Еще раз напоминаем о том, что вы можете подписаться на наш канал и следить за нашими танцами, за нашими каверами. Посмотрите, пожалуйста, кавер на последнюю нашу работу и ждите. А еще, если вы на канале полайкаете, то вы можете найти реакцию на предыдущие... Предыдущий клип Stray Kids. Найти наши собственные клипы. И, между прочим, мы делали клип на стреев, на Side Effect, и вы можете его посмотреть. Да. А еще мы делали... Китку? Да, да. О, вот, еще да, китку. Вот, так что если вы стей и вы хотите посмотреть
клипы от российских участников, то у нас есть поезд. Между прочим, я думаю, надо и автобус. Да. Между прочим, говорится на автобус и ради поле, этого. И поле. В принципе, да. У нас есть все, кроме стрики. Пока. Это пока. Поэтому вам обязательно нужно следить за нашим каналом. А на этом все. Всем пока. Видите, как он может. Как это, да. Это эпилептический смотри, приступ. Со стороны. У него глаза твои. Если бы не вы, мы бы были вдвоем. Или втроем. Давайте на шестеро. Да. Но не здесь. Но не здесь. Пикапончо, пикапончо, пикапончо. Вот, а все, а все, а все, а раньше надо было.